Нашей власти пора прекратить вести себя как полные кретины. Нам пора осознать себя как полноценную нацию, как полноценную страну с нормальными политиками. И, собственно, я полагаю, что тогда с Евросоюзом наши отношения наконец-то нормализуются. Ну, вообще-то мы с ними не ругались. По-моему, всю эту кашу они сами заварили. Ну, им надо и делать шаги, чтобы помириться, прежде всего. Я думаю, так. Потому что мы всегда заявляли, что мы готовы дружить со всеми. И никаких претензий у Беларуси ни к одной стране соседней нету и быть не может. Я считаю, что любая страна, она не сможет существовать без поддержки и вообще нормальных политических отношений с соседними странами. Поэтому находить какое-то сотрудничество с Европой в любом случае надо. Просто оставлять этот инцидент нельзя. Помириться нужно в любом случае, потому что за последний год это основной наш торговый партнер. А вот как, не знаю. Не враждовать. И все, только и всего. Вообще, конечно, они тоже нехорошо себя ведут. Зачем лишние санкции нам? Они абсолютно не нужны. Товарооборот за прошлый год в 2,5 раза увеличился по сравнению с предыдущими годами. Все же, в общем-то, хорошо развивается. А тут сейчас жалко, печально все это. А нужно признать свои ошибки и не задирать носа. Ну как, поменять Лукашенко и все. Лукашенко дало и все. Диктаторов не место в Беларуси. Не знаю. Читаю, беспокоюсь, но рекомендаций никаких не могу дать. Не знаю как. Совсем вопрос не ко мне. Ну, нечего с ней мириться, они сами помирятся с нами. Идти полностью на поводу не стоит однозначно. Пусть читают Маркса, там все написано, как люди и нации, и народности между собой мирятся. Как обыкновенно, дружить надо всем народам. Мозги народу поменять. Встретиться и поговорить. Ну, можно поступать точно так же, как и Евросоюз. Они хотят экономические санкции, нужно и Беларусь это делать. Вести для их фирм просто-напросто налоги, и все стабилизируется. Нужно как бы внести свои цели, то, что нам нужно от Евросоюза, то, что им нужно от нас, и как бы, чтобы не было противоречий. Пусть они мирятся с нами, я так думаю. Не знаю, Евросоюзу, наверное, нужно немножко изменить мнение по отношению к Белоруссии. Всем надо жить дружно, помириться, договариваться. Демократические ценности надо соблюдать. Вот и все. Налаживать отношения, какие были раньше. Что остается делать? Я не могу комментировать, я не политик. Найти какой-то оптимальный вариант общения, находить пути не резкие, не тревожащие чрезмерно кровь. Обязательно нужно мириться. Все люди должны жить в мире. Поэтому мириться нужно. Но консенсус надо искать. Где-то там уступить, где-то мы должны уступить. Впоследствии все решится. Мириться нам не надо, потому что мы нормально в дружеских отношениях находимся. Со стороны Евросоюза именно идет к нам негатив этот. Поэтому мир и переговоры там какие-то должны тоже идти с их стороны. Я думаю, со временем они там все-таки одумаются и решат, что к чему. Пойти на взаимные компромиссы.